ಕಾಲಿಕಾಯ ಇಷ್ಟದಾಲೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ಹೇಗಿಲ್ಲ ತದ್ಭಕ್ತಾಯ ನಮನ ಮೊದಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಸಹೋದರ вместе подняв руки. Еще раз громче. Прежде всего, моему Гурудеву и Царила Правишна Ом Вишнупада Аштатрашата, Шри Шримад Бхакти Шри Рупи, Сиддханте Госвами Махараджа. Я предлагаю бесконечные саштанга дандават пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикши Гурупада Падме, и Царила Правишна Ом Вишнупада Аштатрашата, Шри Шримад Бхактивиданте Шрили Нарайне Госвами Махараджу. Я предлагаю свою Шрадха Пушпанджали, возлагаю их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнави, всех бхакт, преданных, принять мои поклоны. Харе Кришна. Мы слушаем катху по читанию Бхагавати. Утром мы слушали о том, как старший брат Махапрабху, как его звали? Вишварупа. О том, как Вишварупа учился в школе Адвайта Ачарьи. Адвайта Ачарья — это сам Садашива, Махавишну. Поэтому, конечно же, он учил Бхакти, Гиту, Бхагават, Рамаяну, Пураны. Он объяснял именно с точки зрения поклонения Господу. Если мы изучим все Писания, вспахтаем их как бы, то что будет сутью? Вот, например, когда мы взбиваем молоко, что является сутью? Масло. Подобным сливки из молока. В сути будет масло. Подобным образом, если мы извлечем суть из всех писаний, это будут наставления о целости человеческой жизни. Дайта Иш говорит Господь Рамачандра жителям Айодхи. Господь дарует нам тело человека, Ахайтуки, Крипа, по своей беспричинной милости, не из-за того, что у нас заслуги великие. Лабха Судурлаба Этам. Кришна похоже на наставления, такие же, как Господь Рамачандра. Кришна похоже на наставления, дает Уддаве. Кришна говорит, что тело человека не просто дурлабха, редко обретаемо, а судурлабха, необычайно редко получаемое. Господь по своей великой милости дарует нам рождение людьми. Ради чего Он это делает? Чтобы Господь дарует нам тело человека, чтобы мы могли совершать бхакти. Ведь есть 8 400 000 видов жизней, и только одними устами среди этих видов жизни можно повторять имя Господа. Только двумя ушами, то есть в одном виде жизни, в теле человека, можно слушать харикатху. Двумя руками человека можно служить Господу, а ноги использовать, чтобы прийти в храм. Например, если ослик зайдет сюда, или собачка, свинка. Возможно это? Нет. Если вдруг поросенок решит послушать харикатху, придет к воротам храма, скорее всего, его прогонят. Или если ослик зайдет, собака, скорее всего, ее тоже не пустят. Поэтому именно в теле человека, ни в каком-либо другом, можно совершать духовную практику, обрести сатсангу, общение со святыми. А благодаря садусанге мы можем слушать харикатху и понять истину о Господе. Другие формы жизни могут это сделать? Нет. Поэтому остальные тела жизни стоят словно перед закрытыми дверьми к освобождению. Но для человека дверь к освобождению открыта. Поэтому все шастры призывают поклоняться Господе. Госвами Туласидас также говорит «Шрути Сиданта Иха Уругари Баджая Рам». Сабкара Бишари, Шрути, Пураны, Упанишады, все священные писания призывают интенсивно Баджай Рам, поклоняйтесь Раму. Кому поклоняйтесь? Раме, Кришне. Совершайте баджан,
а все остальное задвиньте на задний план. Уделите внимание именно духовной практике, ведь в любой форме жизни можно кушать, спать, размножаться. Скажите мне, какие животные не спят, не едят? Все это делают? У поросенка сколько может быть потомства? Очень много. А у щенку, а у собак тоже очень много. Это доступны такие радости чувственные и животным, как продолжение рода, например. И вот Адвайта Ачарья все это рассказывал в своей школе и призывал: поклоняйтесь Господу трунам, поклоняйтесь Господу как? Немедленно. То, что можно сделать завтра хорошее, делайте сегодня. А то, что можно сделать сегодня, делайте прямо сейчас. Ведь никто не застрахован от пралая, от уничтожения. Не медлите с баджаном, ведь даже нет уверенности в следующем вздохе. Первое замечание. Мы сделали выдох, и мы этот вдох и выдох уже не вернем. А второе, что нет уверенности, что следующий вздох мы сможем сделать. За время коронавируса сколько людей оставили тело? Вот Прабху, который позже совершал, Шьямананда Прабху, свидетели этого, в его семье 3 человека оставили тело. Знаете, сколько лет было? Младшему брату 16 лет, другому 20 лет, еще одному сколько было? 24 года и 20 лет. 16, 20, 24. Это дети его тети и дяди. Все 3 детей умерли за время коронавируса. То есть такое несчастье постигло его тетушку и дядушку. А я, перед тем, как приехать сюда, на Ямуне встретил 2 людей. Один сказал, что они 50 лаков потратили на лечение. Другой сказал, что 100 лаков потратили. Другой сказал, что 140 лаков потратили, то есть 1 400 000 на лечение. Но так и не смогли помочь человеку, который заболел коронавирусом. Поэтому говорится, трунам немедленно не совершайте баджан, не откладывая. Кришна говорит в Гите, что если человек будет совершать баджан в этой жизни, то он достигнет его обители, Ядгатва на Нивартанте, и затем не возвратится в этот бренный мир, мир иллюзии, не будет страдать, Стхатам Прапсаси. Он обретет в духовном мире высшую ананду, блаженство и умиротворение, поскольку в духовном мире нет бед. Был духовный журнал, который назывался «Back to Godhead» — «Обратно к Господу». То есть послание такое же. Возвращайтесь домой, к Богу. Ведь мир, в котором мы сейчас находимся, это не дом. Это просто временное пристанище, гостиница. Примерно то же самое Адвайта Ачарья говорил в своей школе. Излагая суть всех писаний, он призывал: совершайте баджан, как можно скорее обратитесь к духовности. Благодаря баджану вы увенчаете свои многочисленные жизни успехом. Больше не будете вращаться в этом круговороте рождения и смерти в иллюзорном мире. И, конечно, Вишварупа, старший брат Махапрабху, услышав такие наставления, принял саньясу. Его родители, Вишварупа, были очень опечалены этим. Ведь чего хотят любые родители? Чтобы, когда они состарятся, дети помогали им, ухаживали. А ребенок их оставляет, собирается совершать баджан. И поэтому соседи, родители Вишварупы начали утешать их, Чаканатха Мишру и Шачи Мата. Что они им говорили? Гошхита Пуруша Джара Кора Саньяси. Они говорили: не любой может совершать баджан. Кто способен вступить на путь духовности? Тот, кто кроры жизни накапливал духовное благочестие. Только такая личность может носить кантималы и совершать духовную практику. Если в роду появляется хотя бы один человек, который совершает духовную практику, то многие обретают благо. Если он получает саньясу, то 30 миллионов получает благо. Весь род становится благословленным тем, что пришел преданный в эту семью. Рисимхадев
Что Прохлада Махараджа сказал, когда Прохлада Махарадж просил освободить его отца? Нарсимхадев ответил: «О Прохлада, что говорить о твоем отце? 21 поколение твоих родственников уже получило освобождение, потому что ты родился в их семье». Сам Кришна говорит: «Джанай Пурва Шата Джанма Васудева Самарчанам». Сам Кришна объясняет, кто может поклоняться ему. Те, кто 100 жизней до этого совершали севу, пуджу Господу. Только такие личности сейчас могут повторять имя Господа. Вы посещаете Гаудия Матх, ставите тилаки, украшаете себя кантималами. Бхагаван Кришна Арджуне объяснил, когда это возможно. Танмукха Харинамани Саватиштанти Барата. Вы все живое подтверждение. Святое имя может повторять не обычный человек. Он скорее будет смотреть телевизор, обсуждать других, но не найдет времени на духовную практику. Почему? Потому что он грешник, совершал неблаговидные поступки в прошлых рождениях. Нарда, например, когда Вальмику попросил: «Скажи Рама, скажи Рам, скажи Рам». Но он не сказал. Ранее его звали Дашаратна. Имя Рама не слетело с его уст. Почему? Потому что он был греховен, и его грехи не позволяли ему произнести святое имя Господа. Он мог говорить о чем угодно, но святое имя Господа произнести не мог. Почему? Потому что был греховным. Поэтому только за миллионы жизней, за кроры жизни накопленное благочестие позволяет повторять святое имя. Шрупа Госвами объясняет, что человек, воспевающий святое имя, обретает три блага. Сколько? Три. Каких? Первое. В Ямапуре на Ямалоке Ямарадж зовет Читрагупту, того, кто записывает все наши деяния, и просит Читрагупту принести журнал учета душ и вычеркни оттуда имя этого человека, ведь он повторяет имя Господа и потому не отправится на Нараку в ад. Второе. Брама просит подготовить ему тарелочку для приветствия. Почему? Ведь душа, которая совершает духовную практику, будет возноситься по всем обители Бур, Бува, Моха, также пересечет Брахмалоку и отправится дальше. И когда она будет пересекать Брахмалоку, Брахма хочет приветствовать такую душу. И третье, Радарани просит принести журнал учета своих служанок, чтобы вписать туда имя человека, который воспевает святое имя. Ведь он достигнет духовной обители, когда оставит тело, благодаря тому, что повторяет святое имя. Поэтому соседи Джаганнатхи Мишри, Шачи Маты, родители Вишварупы, старшего брата Махапрабху, утешали их родителей Вишварупы: «Пожалуйста, не печальтесь, весь ваш род прославлен благодаря тому, что Вишварупа принял саньясу. Не печальтесь». Сколько есть Туласи Дас, Мир, Хануманов? Сколько? Их единицы. Духовную практику не все могут совершать, а только необычайно субхаги, необычайно удачливые доши. И родители все равно продолжали плакать, Джаганнатха Мишри и Шачимата. Поэтому сам Нимай забрался на коленки и сказал: «Не плачьте, пожалуйста, ведь я с вами, старший брат ушел, но я-то с вами остался. Поэтому, пожалуйста, не печальтесь, я буду совершать служение вам, Сэву». И, конечно, когда они увидели его миловидное личико, то успокоились. Но что произошло? Когда Махапрабху немножко подрос, то он стал проявлять такие познания, такой разум, ведь это сам ведь Махапрабху — это сами Рада и Кришна вместе. Поэтому даже в маленьком юном возрасте он мог легко побеждать других пандитов. Они, видя его издалека, сразу переходили дорогу. Поскольку Махапрабху — это сам Кришна, он такие сложные вопросы задавал, что люди теряли дар речи. Они не знали, что ответить Махапрабху. Такие сложные вопросы задавал разумный Нимай. Гангадас Пандит, его учитель, в прошлом рождении в Кришналиле он Сандипани Муни, а в этом, в Гауралиле, он Гангадас Пандит. И он, когда объяснял святые писания, давал тики на сутру, то есть комментарии на сутру, Махапрабху все схватывал на лету. Видя его разумность, родители Махапрабху переживали, ведь их сын Вишварупа Писание выучил. И что он понял? Что этот мир сансара, анитья, не вечный. Это просто дармашала, гостиница, где люди могут переночевать, например, из Калькутты, из Бомбея,
из Мадраса. Они ночь проведут и потом разойдутся. Этот мир как дармашала. Здесь временные отношения. Мы говорим, ты кто? Муж, а это кто? Жена, а это дети? Сын, дочь. Но это не подлинная идентификация, это просто временные взаимоотношения. Когда время придет, они расстанутся. Следующий пример. Когда мы едем в транспорте, у нас есть люди, которые сидят рядом. Но они доедут только до станции своей назначения, а потом наши пути с ними разминутся. Подобным образом все устроено в этом мире. Он подобен дармашале, постоялому двору, гостинице. Поэтому это не вечные взаимоотношения, муж, жена, дети и так далее. И поняв, что этот мир дармашала, старший брат Махапрабху Вишварупа принял саньясу, поэтому родители переживали. Так, старший брат уже принял саньясу, старший наш ребенок. Не хватало еще, чтобы маленький Нимай, будучи таким разумным, тоже понял, что этот мир такой же временный, и оставил нас, принял саньясу. И они запретили ему учиться. Махапрабху так расстроился, что ему запретили учиться, ведь есть два вида учеников. Есть дети, которые не хотят учиться. Их надо заставлять, чтобы они ходили в школу. А есть другая категория, которые очень сильно хотят учиться. Они прям рвутся к знаниям. Махапрабху был именно таким. И когда ему запретили учиться, он так сильно расстроился. И какую лилу он явил потом, чтобы ему разрешили учиться, мы послушаем уже завтра. Завтра послушаем, хорошо? Это уже поздно. Поэтому вы что, собирайте, совершайте все баджан, не тратьте время попусту. Записывайте харикатху, чтобы потом рассказывать. Учите повествование о Господе. Не думайте, что только мальчики могут проповедовать. Нет. Видели? Джай Кишори, одна проповедница, а другая Читралекха, тоже дити-проповедница. Сколько людей они собирают, как проповедуют. Поэтому девочки тоже могут проповедовать наравне с мальчиками. И кроме того, девочки зачастую учатся лучше мальчиков. Поэтому тоже учите харикатху. Мадхури, например, у Гурудева была очень сведущая девушка, и еще одна, вторая, тоже следующая. Они были настолько квалифицированы, что даже рассказывали Бхагават-катху. И одна из них была профессором. Была еще не замужем. И они так чудесно рассказывали Харикатху, что Гурудев отправлял меня даже слушать их Харикатху. А одна из них, когда вышла замуж, то всю семью своего супруга изменила. Всех. И они все стали поклоняться Господу, совершать бхакти. Хорошо? Поэтому хорошо учитесь, проповедуйте катху Махапрабху, прославляйте имя Гурудева. Джай. Что с прасадом-то будет вообще? Эй. Дахи? И бананы? Что у вас будет? Банановый шейк? Ну ничего себе. Какой просад. Все примут просад.